Минимум 53 нападения на активистов, журналистов или общественных деятелей в Украине с начала этого года зафиксировали правозащитники. Согласно статистике, чаще всего фиксируются избиения, обливание кислотой, поджоги офисов или автомобилей, угрозы и запугивание. В основном нападают на антикоррупционных активистов, страдают также защитники окружающей среды и противники незаконных застроек. А вот расследования, связанные с нападениями на журналистов и активистов, в неправительственной организации Freedom House считают неэффективными. Такие тенденции наблюдаются во многих странах, а сейчас начинают прослеживаться и в Украине. Мы слышим о том, что на украинских активистов нападают с ножами, обливают кислотой, их убивают, находят мертвыми в лесу или подвергаются нападениям их дома. Парамилитарные группы, правые и другие незаконные формирования считают насилие эффективным инструментом в борьбе с активистами.